Привет, друзья! Получил я очередную партию посылок из Китая и с радостью представляю вам десятку разнообразной электроники. В конце видео для самых стойких зрителей и любителей халявы мы начнем новый конкурс с ценным призом. Поехали! Wi-Fi эндоскоп. Это устройство позволит вам заглянуть в самые труднодоступные места, а благодаря передатчику вы сможете смотреть происходящее на приличном расстоянии. Я заказывал себе версию длиной 5 метров для работы, в основном для протяжки проводов за гипсокартоном. Эндоскоп имеет подсветку и класс защиты IP67, а значит он водонепроницаемый. Камера показывает разрешение HD, это 1280 на 720 точек. В комплекте с эндоскопом идет сам передатчик Wi-Fi со встроенным литий-ионным аккумулятором, которого хватит на 50 минут беспрерывной работы. Силиконовый чехол для передатчика с присоской. Переходник для подключения эндоскопа к персональному компьютеру, шнур зарядного устройства, а также крючок, зеркальце и магнитик. Для того, чтобы подключиться к эндоскопу через мобильный телефон, нужно отсканировать QR-код и установить приложение. Соединиться с ним по Wi-Fi и все. В приложении можно делать фотографии и вести видеозапись. А теперь давайте заглянем, что у меня в ящике стола. И что творится в компьютере, который стоит у меня в гараже. Да уж, нужно срочно его почистить. Самый дешевый лабораторный блок питания. Для начинающих радиолюбителей он подойдет в самый раз. Плюс ко всему, это кит-набор, который нужно собрать самостоятельно. Напряжение питания у этого малыша 220 вольт, а мощность всего 2 ватта. Выходное напряжение от 1,25 вольта до 12. Давайте попытаемся его собрать, благо с этим проблем особых не возникает. На печатной плате есть изображение всех элементов схемы, а также их номиналы. Для подбора резисторов из комплекта рекомендую использовать цифровой мультиметр или просто найти номиналы по цветовой схеме в интернете. Некоторые детали я уже поставил и теперь переходим к пропайке. Паяю я с самодельной станции на жалах HKT12. Кто еще не видел видео, обязательно посмотрите. Ну а вот так выглядит полностью собранная схема. Для тех, кому интересно, ставьте на паузу и изучайте. А вот полностью собранное изделие. Корпус весьма продуманный и есть технологическое отверстие для регулировки и подключения выводящих проводов. Сейчас просто сравню показания выходного напряжения с мультиметром, чтобы не затягивать видео. Показания немного отличаются, но даже не знаю, кому верить. И мультиметр, и блок питания китайский. Диспенсер для жидкого мыла. Комплект поставки минимален. Это сам диспенсер, кольцо-подставка и инструкция. Большая часть корпуса устройства выполнена из металла. И питается оно от 4 батарей типа 3А. Подача мыла происходит автоматически, нужно только лишь поднести руку к носику устройства. Давайте попробуем его в деле. Для этого откроем верхнюю крышку и наполним его жидким мылом. Теперь нужно включить диспенсер, удерживая верхнюю кнопку, и устройство готово к работе. Кстати, выбор дозировки мыла осуществляется также, кратковременным нажатием на верхнюю кнопку. Комплект цветной RGB ленты. В этот комплект вошли две ленты длиной по 5 метров.
блок питания напряжением 12 вольт и 2 ампера, шнур-разветвитель, пульт управления и контроллер. Подключается все очень легко, без пайки, благодаря быстросъемным соединениям. Подключаем ленту к контроллеру и подаем питание. При помощи пульта можно выбирать нужный цвет свечения или произвольную программу. Комплект для самостоятельной сборки холодильника. Питается этот комплект от напряжения в 12 вольт и работает на полупроводниковом элементе Пельтье. При подаче напряжения одна сторона прибора охлаждается, ну а другая соответственно нагревается. На устройстве смонтировано два вентилятора для обдува радиаторов, которые также питаются от напряжения 12 вольт. Покупал я его для изготовления самодельного автохолодильника, но, к сожалению, лето уже заканчивается и пользоваться им смогу только в следующем году. При подключении этого устройства цифровым пирометром можно четко видеть работу системы. Еще один тест в закрытом пространстве. Для теста возьмем ненужную коробку и цифровой термометр. В верхней крышке коробочки делаем квадратное отверстие для радиатора и вставляем этот модуль. Буквально через минуту температура начала заметно падать. А спустя еще 5 минут понизилась до 18 градусов. Дальше смысла не вижу ждать, ведь нужно распаковывать следующий товар. Твердотельное реле для сети постоянного напряжения. Оно может коммутировать напряжение от 5 до 200 вольт с током до 25 ампер. Для включения самого реле достаточно стороннего напряжения от 3 до 32 вольт. Для теста возьмем мой фонарь на 100 ватт, сделанный из шуруповерта, аккумулятор на 12 вольт и аккумулятор формата 18650. Все соединяем и остается только подать сигнал на включение самого реле. Как мы видим, все работает. Но для больших нагрузок я рекомендую ставить радиатор охлаждения на заднюю стенку реле. По ссылке в описании вы найдете реле для переменного тока, а также трехфазный реле, которые с легкостью заменят обычный пускатель. Электрический насос для накачки воды из 19-литровых бутылок. При покупке вы получите сам насос с поворотным носиком, блок питания на 12 вольт и 500 мА и кассету для батареек. В кассету вставляется 8 элементов питания типа 2А. Штекер вставляется в разъем насоса и можно идти тестировать. После приобретения насоса я специально съездил и приобрел себе полезную водичку. С установкой насоса проблем, думаю, не возникнет. Он просто одевается на горлышко бутыля и все. Ну а чтобы водица побежала, нужно просто нажать на кнопку. Ультразвуковой элемент для создания самодельного увлажнителя воздуха или красивого прудика. Устройство состоит из корпуса с установленной в центре керамической мембраной, датчиком и 12 светодиодами, синий, желтый, красный, который мигает попеременно или все сразу. Для теста у меня в гараже не нашлось другой емкости, как стеклянного кожуха от какого-то старого светильника. Погружаем устройство в воду и включаем. Захватывающее зрелище даже в такой посудине. С
самый дешевый фен для пайки с цифровым регулятором температуры. Мощность этого фена 650 Вт. Поставляется с контроллером температуры, подставкой, тремя сменными насадками и ключиком для них. Максимальная температура фена 480 градусов. Давайте его подключим и испытаем. Испытывать мы его будем на старой материнской плате от компьютера и попробуем выпаять вот эту микрушку. Температуру фена не менял, она 300 градусов. Греем. Итак, все получилось лучше, чем я ожидал. Микруха у меня в руках, и ни одна дорожка не надорвана. Автоматический мультиметр. Прелесть этого прибора в том, что больше не нужно подбирать номинал под измеряемую величину. Нужно просто установить флажок мультиметра в нужное положение и все. Дальше он все сделает за вас. В комплекте щупы с защитными колпачками, чехол и инструкция по эксплуатации. Питается он от двух мизинчиковых батарей и имеет встроенную подставку для удобного считывания информации. Также мультиметр оснащен подсветкой дисплея, поэтому им будет удобно работать даже при плохом освещении. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, а теперь конкурс. Призом будет любой товар из Китая на сумму 1000 рублей. А чтобы принять участие, вам будет нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать, какой товар вам больше всего понравился. А я с вами прощаюсь и рекомендую посмотреть другие, не менее интересные мои видео. Пока-пока.